Здравствуйте, зрители моего канала. Заказывал я с AliExpress громкую связь. Пришла вот примерно в такой комплектации. Вот сама она. Сам приборчик. Ничего особенного. Зарядный прикуриватель. Держатель на козырьке. Зажим, как его можно назвать. И шнурочек. Связь. Громкая связь — это Bluetooth гарнитура, которая связывается с телефоном по Bluetooth. Вот, то есть без рук можно ехать в машине, общаться без всяких проблем. Что хочу сказать по данному девайсу. Сделан он на 5 с плюсом, я хочу даже дать такую оценку этой громкой связи, потому что динамик очень громкий, слышно очень хорошо при включенной печке, как бы не надо прислушиваться, слышно очень хорошо, который вот именно встроен здесь. Микрофон чувствительный, то есть те собеседники, с которыми я общаюсь по телефону, меня очень слышат хорошо, никто там не переспрашивает, что я сказал. Вот. Также есть в нем функция голосового набора. Данный аппарат запрашивает у телефона голосовой набор нажатием просто один раз на вот эту вот кнопочку. Вот. Читает, то есть запрашивает контакты на все 100%, четко, правильно делает вызов. Как бы такого вот он плана, на магнитике. Здесь же зарядочка, заряжается, там что-то у него где-то недели две в режиме ожидания батареечка стоит, может держать аккумулятор. Вот, по поводу разговоров, ну я думаю день-два, ну это я так прикидываю по своему общению, будет держать эта батареечка. А так, в принципе, всем доволен, аппарат хорош. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка будет в обзоре данного видео. Все, спасибо, до свидания.